В Углегорске отстрелили агрессивного медведя, который стал близко выходить к домам. Об этом сообщают в местном лесничестве. Напомню, что в конце прошлой недели в том же городе жители улицы Заводской ночью взбудоражил громкий рев зверя. Он где-то рядом, совсем рядом. Угу. Он совсем дома. Сигналы о встречах с медведями в июле поступают из разных районов области. Один из самых резонансных случаев произошел в минувшие выходные на озере Изменчивое. Там незваный гость покушался на продуктовый запас отдыхающих. В тех же местах водители заметили гулявшее по дороге семейство медведей. Медведица с медвежатами. Обалдеть, поехал на заправку. Это время 12:30.